Ордена Красной Звезды, Красного Знамени Владимира Ильича Ленина. Медали за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией. Теперь награды участника Великой Отечественной войны полковника Александра Михайловича Чугунова украсят стенды музея УВД. Их принесла сюда невестка Диана Чугунова. Женщина уверена, ордена и награды – часть истории страны. И прятать их дома в шкафу нельзя. В музее этим наградам и этим, я считаю, что это ценные вещи, которые... Вот свекор прошел во время войны, и они будут тут сохранены и иметь, как говорится, достойный доход и людям, которые, может быть, что-то из этого и возьмут себе на вооружение. Чугунова – династия в погонах. Сын Александра Михайловича, Виктор Александрович, оставил свой след в истории советской авиации. А внук Александр Викторович служил в Саровской полиции. Был начальником отдела оперативно-технических мероприятий. Его медали – 70 лет вооруженных сил СССР, 200 лет МВД России. Тоже можно увидеть на стендах музея. Мы связали такую связь, дед и внук, и передали вот еще раз огромное спасибо Диане Леонидовне Чугуновой, это мама Александра Викторовича, которая передала семейные реликвии сюда, к нам, в музей. Посмотреть экспозицию в Музее управления внутренних дел может любой желающий. Достаточно просто позвонить по телефону 60581 и записаться на экскурсию. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.